我也报警了，然后我护照找了，但是钱别的东西找不到。在这个方面，我觉得你坐出租车的时候，下车的时候要问司机给你发票，对，是不是？因为这样你也可以容易找到他，是不是？嗯，是的。好，还有没有我们中国朋友享受了俄罗斯的火车？Мы 4 года назад ездили тоже на поезде с Фалфейд, уже с Ридиадами, Байкал, Иркутск. И ты сказал, что время было сколько? 3 дня? 3 дня, 15 часов. И мы доехали до Байкала. Зимая? Ну, думаю, что было хорошее. Не мы делали купе хуже, плацка? Москва. Боговой. А потом у туалета? Да. Было очень весело, потому что все семеро. Было очень весело. Мы просто в театре все бежим со станции. Когда мы ходим, о, наконец-то, фан-фан! Это просто фан-фан, это как только в Китае, когда в тюрьме, когда выходишь, да? Фан-фан! Да, а потом сразу бегаем в магазин за молоком, за подъем. Да. 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 Да.